Рестораны итальянские, у них стеклянные полы, это река Пенна, с под ними видна, да? Здесь вообще три... Но оно такое же черное. И это кольцо соединяет эту решетку. И это кольцо абсолютно бешено. Тоже очень интересно, оно абсолютно бешено. И все равно острое, ты говоришь, как же ты его туда вставишь, что оно абсолютно бешено. И мастер сказал, да, вот такой очень маленький. Ну и по легенде в этот момент пришел уже рассердился и сказал, отшельником на горе Мёрд в 11 веке уже ему приписывают разные чудеса. Что он сделал? Он сделал огонь, слепого сделал зрачку. Но самое главное, что он был действительно лекарем, монахом-отшельником. Он первый сказал, что церковь должна служить людям, а не люди в церкви. Понимаете? Но нищий, поэтому он был лекарем. Он действительно лечил. Правители императора, да, германской нации, вот это копье судьбы и так далее, были сделаны точные копии их, и они здесь сейчас выставляются. Вот это вот дерево, оно было большим-большим до бомбежек. Тут пол этого двора закрывали. Друзья мои, камень доставался из скалы, поэтому образовывались катакомбы под городами. И не тащили это. Жизнедеятельности, отходы жизнедеятельности человека и животных в горячей воде. Если брат проникал в эту стену. Вы заметили, у нас все скульптуры на зиму закрывают. Собор. Это портал, это писатель, писатель, святые, группы, офигенные.
Лутер был наш первый епископ, основатель Зальцбурга. Вчера здесь родился Йоханнес Хризостомус Вольфгангус Теофилус Моцарт. И вот образование в этой школе резчиков, оно приравнивается к... Запись. Обер-Амерсгау. Ну как правильно? Обер-Амерсгау? Баварские селезни. Смотри, красиво. Ну иди сфотографируешь. Солнце как-то надо, да? Ты тоже в музее. Что мне просто нет? Он баварец. А это, повторюсь, как говорят в Одессе, две большие разницы. В течение 2 лет он был настоятелем этой церкви. И вышли мы к культовой церкви. Мы еще будем здесь и вот здесь. Ваша гостиница находится вот где симпатичная дама с фотоаппаратом, примерно вот там они находятся. Здесь их на плане нет. Кстати, план, видите, с точками. Это азбука Брейля для слепых. Кстати,